Летние каникулы подходят к концу, а это значит, пора учиться и развиваться. Творческие коллективы региона в поиске новых талантов. В какие учреждения культуры можно пойти, получить творческие навыки и по каким направлениям, расскажет Василий Хатанзейский. Уже совсем скоро, с 1 сентября, в учреждениях культуры возобновится работа творческих коллективов. Во Дворце культуры «Артика» в этом году набор открыт в 15 групп разного направления. В этом году у нас идет довольно-таки масштабный набор. Мы набираем творцов в 15 творческих коллективов по возрасту от 4 лет и без верхней возрастной границы. Очень разные направленности, то есть это и театр, и инструментальная музыка, хореографические коллективы, вокальные коллективы и декоративно-прикладное творчество. Любой желающий, даже без опыта, но со стремлением получить творческие навыки, может записаться в популярные коллективы, такие как «Травушка», «Театр Творецкого», «Шоу-тайм» и «Морошки». Инициативных ребят, которые готовы учиться новому в сфере культуры, ждут душевные репетиции, яркие выступления и даже масштабные гастроли не только по региону, но и за его пределы. В этнокультурном центре Ненецкого округа также ждут новые таланты. Здесь открыт набор фольклорные, танцевальные, театральные коллективы этнического направления. Ну, все коллективы у нас уже известны городу, нашим жителям, Поэтому мы, конечно, этнокультурный центр, мы стараемся сохранять и развивать традиционную культуру народов, которые живут на территории нашего округа. И, естественно, конечно, коллективы направлены все именно на это. Прием детей в этнические коллективы, каждый из которых имеет свою народную направленность, ведется с 4 лет. На базе этнокультурного центра вы можете заниматься и в ненецком, и в русском, и в коми-коллективах. Особое предпочтение при наборе в творческие группы уделяется людям, которые владеют или имеют базовые знания в любом из языков. Творческую молодежь ждут и в клубе «Созвездие» рабочего поселка Искателей. Учреждения культуры занимаются вокалом, танцами, театральным творчеством и даже эстетическим развитием. Мы планируем из детей сделать не просто достойных артистов, но и также собрать команду, в которой соберутся креативные единомышленники, которые будут связаны общим делом. В каждом культурном учреждении преподают квалифицированные специалисты. Благодаря большому спектру творческих направлений жители региона смогут не просто получить знания по актерскому мастерству, вокалу и хореографии, но и сохранению традиций наших предков, что особенно важно на сегодняшний день. Более подробную информацию о творческих коллективах и их направленности можно узнать на официальных страницах учреждений культуры в социальной сети ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, телеканал «Север».